Вот туда, беги в пост, мой хороший. Вот туда. Сегодня еще проходи, самый могучий наш. Будешь моим помощником. Итак, приготовились. Все помним заклинание. Иначе не попадем в пещеру. Все вместе, дружно. Золотые ворота. Я узнаю не всегда. Первый раз прощается. Второй раз запрещается. Ну а третий раз не пропустим бой! Ты попал в нашу дом! Ты попал в наши врата! Давай скорее! Ну что? Да, когда мы через все прошли, давайте! Итак, снова врата! Открываются! Золотые ворота! Враги бегают не всегда! Первый раз прощаются! Второй раз прощаются! Но третий раз не пропустим бой! Ворота становятся все больше и больше. Сила моя возрастает. А теперь, ребята, скорее за мной в длинную змею становимся. Еще быстрее. Где змея, друзья мои? Я хочу, чтобы это была самая длинная змея. Но хвост касался той стены. Итак, приготовились. А теперь положили все руки друг другу на плечи. Кладем ручки на плечи. Ребятня, руки на плечи. Положили. Это что? Отходим, делаем 5 шагов назад. Еще дальше. Кладем ручки на плечи. Встаем, друзья. Ну что, а теперь внимание. Ваша задача ни в коем случае не отпускать ваши руки, иначе ворота закроются и уже никогда не откроются. Тебе понравится, мой. Я тебя заколдую и превратился в мокрую сатану. Итак, друзья, ответьте мне, вы готовы? Да! Все хором дружно. Нет! Золотые ворота пропускают не всегда. Тем временем все больше и больше. Правда? Итак, сила моя возрастает. Скажите, друзья, вы готовы все стать моими покорными слугами? А теперь дружный город. Золотые ворота что остались самые прытки, да? Я знаю. Теперь я пойду впереди вас и посмотрим, сможет ли из вас кто-нибудь уцелеть. Становимся скорее в длинную змею. Что такое? Нет, ты не вторая змея, ты лапа большой змеи. Скорее беги в конец, остановись. Так, клади ручки на плечи. Итак, внимание. Ну что, вы готовы? Да! Можешь взяться за это. Наши врата открылись! Золотые ворота!